Льготников освободят от уплаты земельного налога за их 6 соток, а просроченную задолженность по налогам ликвидируют. Причем как для обычных горожан, так и для индивидуальных предпринимателей, сообщает издательство «Российская газета». Вычет с 6 соток граждане получат уже за 2017 год. По сути, так называемой налоговой амнистией могут воспользоваться владельцы участка любого размера. К примеру, если площадь земли 20 соток, то налог будет исчислять с 14, а если 6 соток, то сумма земельного налога будет равна нулю. Льгота применима лишь к одному участку конкретного лица. Если же участков несколько, то их владелец сам сможет выбрать, по какому из них платить меньше налог. По умолчанию вычет будут применять к участку с максимально исчисленной суммой налога. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 60 копеек, евро 68 рублей 25 копеек.